Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Я хочу рассказать о яйцах. Значит, здесь у меня градация яиц. Сразу объясню, что к чему. Вот это у меня яйцо-обманка, которое я считал очень крупным, даже слишком. Вот это у меня самое маленькое яйцо, ну, пока. В марте месяце, в конце марта месяца. Дальше вот такие, вот такое яйцо можно закладывать в инкубатор или под курицу, которая садится на яйца. Дальше вот это крупное яйцо, возможно, тут два желтка, оно еще такое удлиненное, его нельзя закладывать в инкубатор. Вот это крупное яйцо. Очень крупное яйцо. И вот это яйцо-гигант. Давайте посмотрим, чем они отличаются по размерам. Трудно сказать, это одна курица или разные снесли. По цвету, судя, разные. А по размеру вроде бы одинаковые. Здесь по-любому по два желтка в каждом из этих яиц. Такие крупные яйца куры, вот такие крупные яйца куры начали нести после того, как я их начал выпускать в полусвободный выгул, так я называю. Это когда участок весь огорожен, и куры гуляют где хотят, плюс кормежка с добавлением собственный комбикорм основной по Селезневу, как я его называю. Добавка гороховой, такой вот гороховые отходы, ну там мука получается гороховая, частично гороховые створки и, ну, что-то там такое, скорее всего, это отходы производства, называют его тут дерть. Вот такие получаются яйца, когда кормить белковой пищей с добавкой гороха и свободный выгул по участку. Поэтому я выгул не делаю закрытым, потому что там ничего не будет, они просто будут ходить дышать свежим воздухом. А я хочу, чтобы они ели и траву, бурьян, и всевозможных жуков, червей, все, что посчитают нужным. С вами был Арсений Селезнев, зверобой. Это коротко о яйцах. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!